маленькие птички. Желтоклювики. Желтоклювики гуляют. Мы идем в горы, поднимаемся вверх. Вот. Сюда вниз. Пошлите в горы. Ветку отрезали, замазали. Видите, как ухаживаются деревья. Писатель идет. Смотрите, куда поднялись. Какое здание интересное. Высокое. Идем, идем, все выше и выше поднимаемся. Вот новостройки тут. Так. Ох, этот птенец желторотик пролетел на елку, мимо нас. Вот новостройки. Здание. Тоже парковая зона. Поднимаемся, поднимаемся выше, в горы. Идем. Ага. Вон там. Будем подниматься туда, на канатную дорогу. Вот Коктобе. Дворец Республики. Дворец Республики. Сейчас поедет. Сердце сейчас. Мы с нами поехали громче. Они еще билеты покупают. Их трое. Сами поедем. Да. Вот теперь можно снимать. Да. Маски снимать. Так, ребятушки, все. Едем, едем. Красоту смотреть. Вот эти заказы сейчас. Так. Маску снимать. Дверцы закрылись. Если что, друг друга сфотографировать, будем фотографировать. О. Мы поехали. Смотри. Что это? Ого-го. Красота. Вот оттуда пришли. Вон еще здание какое. Дорога. Вот.
красота, едем в горы. Едем в горы. Тихо. Ну ты это страшно. Что-то я не подозревал. Что? Да надо бояться. Не дергайся, сядь ты на месте. Да что ты боишься? Вот Мусая идет. Ты там меня запикай как-нибудь. Что там? Красота. Весь город. Ну мы эту красоту и с этого видели. Самолет? С самолета я смотрела, снимала. А теперь вот видите, мы уже тут, вон кабинки мимо проскакивают. Домики внизу. Ну-ка я. Красиво. А как они? В одну сторону 1500 стоят. Прямо. А в две стороны, туда и обратно. 5000 тенге. А как спускаться тогда, если в одну сторону? Или кто-то там остается надолго? Что еще раз? Ну, билет в одну сторону стоит 1500. В оба конца, туда и обратно 5000. А как они спускаются тогда сами? Селфи. Да. Я сейчас тоже сделаю себе селфи. Там один старичок запсиховал, походу. Ого. Ого. Уф. Мы где? Смотрите, дорога. Дорога внизу какая. Какая красота. Мимо дороги проезжаем. Дорога. Едем наверх. Всё Алмату видать, да? Ого. Вот он город. Сердечко какое. Типа снежный барс из этих. Что-то сделали, а? Где нам выходить-то там, смотри? Там откроется так же, все аккуратненько вырезаем. О, уши только что заложила. Да? Да. О! Так, как билеты куда мы дели? У меня? Билеты должны быть. Были у тебя. Были, а потом... Не знаю. Да, у меня. Ты их не выбросил? Нет, конечно. Тут смотри, спускаться вот как-то еще должны. Останемся здесь, в горе. Опа. Оказывается, как быстро ехали, да? А здесь он чуть видишь, притормаживает. Все. Все, двери открываются. Сейчас. Ой, красота. Приехали на гору.
это у нас касса. Для детей вот машинки. Деток. Сейчас в туалет сейчас ходим здесь. Как-то бы фото. А тут лучок такой интересный, смотрите. Смотрите, какой телец. Видели? Наш канал называется «Золотой телец». И вот такой телец тут, смотрите. На горе Алматы. Вот. Смотрите, QR-код. Вот такой он большой. Смотрите, ребяточки. Здесь вот вместе в этом находится. Сейчас я вам покажу. Вот видите, какой телец огромный. Сейчас я встану сюда. Смотрите. Он выше меня. Смотрите. Хвост надо мной. Вот. Вот этот телец. Вот этот телец. Классно, да? Смотрите, там панорамная площадка. Сейчас мы тоже туда спустимся и поснимаем город сверху. И тут девочка. Есть обзорные бинокли, можно посмотреть. Вот сама канатка, вот здесь мы поднимались на ней, вот так вот, видите, туда-сюда. Вот оттуда снизу мы приехали, поднялись сюда. Если вам видно, там такой золотой вот купол. Оттуда приехали, с той стороны. Красиво. Ну, пойдемте спустимся вниз. Сходили здесь в туалет. Стало легче. Хотели внизу сходить, нам сказали, на горе сходите. Ну, пойдем теперь здесь на панорамную площадку. Посмотрим. Как тут? Сейчас спустимся. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Тут вот какие-то карусельки. Горочки, вот видите? Для деток. Такие вот карусельки. Ого, панорама, да? Класс! Ух, аж дух захватывает, да? Вон та дорога внизу видно. А, вон она где катается. Вот сюда же они катаются. Вот вокруг вот детки катаются здесь. Видите, тут как этот... На вагончиках, на этих. А сейчас, наверное, не катается зимой, только летом, наверное, эта дорога работает. Там билеты продают.
А, там санки такие даже. Не вагончики, а санки. Ну, на такое я не поеду. Это санки там. Я бы поехал. Там дух захватит. А сколько стоит? Не знаю. Сейчас я посмотрю. Нет, здесь не посмотришь. Здесь. А, вот, надо платить? 4 минуты. В смысле? 1000 тенге. А, надо заплатить, да? Да? А, понятно. Я думала, ну, так. Если хочешь, туда. А. Или туда. Куда платить? Сюда? Наверх. Вот сюда, наверное, платить? Давай. Ты еще есть с собой? Ой, красиво как! Ой, как красиво! Мы с самолета эту всю красоту видели, теперь с горы поближе. Тоже интересно, да? Сейчас бы еще самолет пролетел. Ага, самолет. Да. Кабинка. Кабинка едет тоже. Так, сколько тут? Две, да? А? Две, да, вот таких камеры просмотра. Мы туда заезжать. Что, пойдем туда? Наверх? Работает, вот надо спросить. Он там оплатить, там вот дядечка сидел. Ну ты что, рискнешь? Конечно. Грузоподъемность 160 килограмм. Сбавьте скорость. Отдельник, 2000. Понедельник, пятница. Вот рабочие дни. Понедельник, пятница, 2000 тенге. Поедешь? Да. Ну, этот. Куда заходить? Сейчас. Ну, тут вот дядечка сидел. Не знаю, может, в классе оплатить. То есть съемка запрещается на вот такой вот. Вот сани. Видишь, какие сани? Ой, я побоюсь на таких. И у меня этот, то что, у меня дух захватит сейчас на таких санках кататься. Я думала, это для деток только. Сейчас вот спросим.